утро. Сегодня ночью выпал снег. Вчера его не было вообще, было все сухо. Естественно, я решил испытать Cannondale Kudja Neo 130, потому что мне кажется, что он создан для гор и для снега. Ну, вы знаете, когда я выехал, я понял, что я чуть-чуть обломался, потому что ехать нереально. Удовольствие ты получаешь, когда ты едешь не по дорожкам, которые где-то кто-то растоптал по чуть-чуть, потому что все-таки резина не зимняя, не шипованная, обязательно надо и с ней попробовать. Но когда ты едешь по полуметровому слою снега, электродвигатель тебе помогает, там люди с трудом ходят, а ты просто гребешь. Сегодня будет выпуск не весь посвящен велосипедам. В прошлый раз мы, когда поехали кататься по минус 6, а сейчас, кстати, ночью было минус 13, сейчас, наверное, минус 7, минус 8, Саня сильно заболел. И он уже неделю болеет. Сейчас заеду к нему, посмотрю на него, а потом позову его, приготовим что-то у меня дома. И да, катаюсь я уже не в эко-режиме, а в трейле. Даже иногда включаю. Какой здесь следующий? Буст. Но так, чтобы снежные сугробы преодолевать, трейла хватает в голову. По дороге нереально двумя руками управлять. А вот чисто по снегу я могу одной ехать на медленной скорости, еще и с вами базарить. Так, ладненько, сейчас заеду к Сане и надеюсь, о чем-то договоримся на сегодня. Бог ты мой, смотрите, погода, снег выпал. Дурак какой-то на велосипеде катается. А, это мой друг, точно, ляпота. Привет. У тебя все нормально? Не, чувак, я чувствую, что я больной ублюдок. Больной Александр. Скажи, почему ты не катаешься со мной? Снег выпал, посмотри на эту погоду. Кто в такую погоду катается на велосипеде? Покажи мне этих людей. Как ты себя чувствуешь? Да не, уже лучше. Да я бы сейчас, я бы очень хотел сейчас покататься. Да. Просто моя Юлечка скажет, ты... Дебил. Дебил. Я купила кучу таблеток, потратила денег, бегала ночью за... И сейчас поехал ты опять кататься. Но она скажет, ты вообще ненормальный. Ну просто офигенно. Вот эта тяга, которую он дает дополнительно. Просто круто кататься. Ну мы хоть приготовим сегодня что-то с собой? А нет, не мы приготовим, а ты будешь готовить. Потому что у тебя есть какое-то секретное мощное блюдо. Очень, и ты будешь очень сегодня делиться. Такого изысканного блюда никто из вас никогда не видел. Мне что-то кажется, что он просто хлеб пожарит в яйце, знаете. И... Чувак, ну давай ты не будешь гадать, потому что велика вероятность, что ты угадаешь, и будет неловко. Реально хлеб в яйце. Пожалуйста, Санечка, едь, скупайся. Как я обычно это хожу по магазинам, покупаю все. Пока. Сашка нашел сугроб, который он не преодолел и в который навернулся. Ну ничего, этот сугроб где-то должен был произойти. Навернулся прям так через руль. Давно я так не падал. Со времен зайчика, наверное. Но вообще, я сейчас еду уже на базар, чтобы купить немного продуктов и приготовить блюдо, которым я кормил своих друзей-одноклассников еще в школьные времена. У нас тут новый базарчик открылся. Очень цивилизованный. Прям приятно здесь находиться. Холодильники работали, все работало. Стало свежего? Конечно. Короче, Саня не знает, что я буду готовить. Но вы тоже не узнаете. Но это будет очень простое блюдо, друзья. Но я не повар, я только учусь. Хотя с Саней мы начали готовить именно после того, как я купил гриль и начал сам готовить. Хочу пару мыслей сказать. Я специально купил себе новую батарейку для GoPro. Полностью новую, чтобы проверить. Зарядил ее сегодня. Она проработала чуть дольше. Минут, наверное, 10 в сумме. И полностью разрядилась. GoPro на морозе не работает. Камера реально для лета. Вот эти все рекламные ролики зимой. Я так понял, что это туфта. Сейчас может и включиться, но смотрите, батарейка полностью севшая. Здравствуй. Здравствуй, кухня. Это я так сказал. Здравствуй, кухня. Мы вернулись. Сегодня я буду готовить, Саня. Я решил все-таки доказать, что я хоть и рукожоп, но... Но ты рукожоп? Ну, что-то приготовлю. Будем жарить картошку с салом. Хорошо. Это все? Это все, чувак. Делаем так, как я делал в детстве. Я перся. Я после того, как прошло мое детство... Ни разу это не готовил. Я, в принципе, наверное, ни разу не готовил после этого. Сегодня я постараюсь повторить все и посмотрим, настолько ли оно мне нравится, как тогда. Пару вопросиков. Первый вопрос. Давай не будем. Хочет ли твоя жена и дети есть картошку с салом? Во все, вопрос отпадает. Второй момент. Погнали. Надо почистить картоху, Саня. Сейчас будем это вдвоем делать. Давай, я мне камеру, и давай будем делать это вдвоем, а я тебе помогу, друг мой.
Опасность. Блин, я тупо переживаю, потому что мне кажется, сейчас либо порезанные ноги будут. Картоха. Картошку надо рассчитывать из расчета 3 больших картошки на взрослого человека. Вот так, такие вот. Ну, то есть небольшие, средние. Да. Сейчас мы будем ее мыть, и потом я буду на этой сковородке делать зажарочку. Пока Саня моет картоху, я начну чистить лук. Вот этого я никогда не делал. Раньше я не чистил лук. Никогда. Никогда. Так я, честно, больше никогда не чистил, походу, и не резал ее. И не резал. Подожди. Да, чувак, я же готовлю. Да, но я тебя буду учить. Да нормально. Нет. Да нормально. Ну, подожди, нет. Да ну что нет? То есть, такими, да? А какими? Ну, я не знаю, я у тебя спрашиваю. Да, пофиг. Я думал... Ты будешь резать изначально кубиком, понимаешь, что дело? Так я режу кубиком. Я нормально порезал лук, понимаете? Саня чем-то недоволен. Ты просто пальцами режешь своими. Я не недоволен. Я иногда, я просто не могу словить твою мысль. Новая техника. Что ты будешь делать, да. Я что думал, что ты изначально там, ну, чтобы кубиком, как все. А потом, а действительно, зачем, если можно... Просто. Так, чувак, ты научился теперь делать все просто. В принципе, можно еще проще. Просто берете и сразу начинаете его кромсать. Оно все равно порежется. Не парьтесь. По поводу всего, оно все равно станет мелким. Подожди, смотри. Ну, чувак, не балуйся. Мы ж еду готовим. Подожди, Сань, можешь взять? Давай. Вот это. Не, возьми вторую руку и че этот. Отлично. Не понимаю, что все моют, когда лук режут? Типа плачут, там вот эта вся фигня. Ты возьми себе в глаза просто. Это лицо, конечно. Саш, все, ну хватит. И заметьте, вы могли смеяться надо мной. Вы могли смеяться надо мной, но ни единой слезы не проронил. Получил удовольствие. Так, теперь почистим чеснок. Я буду это снимать, потому что я понял, что он непредсказуемый. Я хочу приготовить все полностью. Не надо мне помогать. Я не только черновую работу буду тебя просить. Все, не помогаю. Все, сейчас сначала обтрушиваю. А что ты делаешь сейчас? Остатки лука обтрушиваю. Чесноком. Чесноком. Угу, хорошо. Теперь. Пока все нормально. Уже нет. Хорошо. Сейчас, подожди. Давай мы сделаем сначала масло добавим туда. И уже поставим жариться. А будем не просто на сале жарить, а именно на масле? Давай, значит, я покажу, что мы будем делать. Я купил два типа сала. Два типа сала? Да. С одного козла. Ну, то есть этого барана, ну, блин, свинья. Один кусочек я взял с мясом. Я удаляю сало, кожу, потому что, ну, сегодня удалим. Не знаю, просто захотелось с этого удалить. Вот это вот мясо надо пожарить раньше, потому что здесь сырое мясо, оно должно прожариться. И сейчас мы посмотрим, сколько у него выйдет жира, и хватит нам или нет, чтобы на этом жиру все приготовить, да? Ну, вопрос. Но ты сказал, у тебя два вида. Да, но, а второй мы добавим уже в конце. В конце. В конце. Тоненькими, очень тоненькими слайсами нарезаем вот такие сальные стейки. Сальные стейки. Да. Так, теперь нарезаем мелкими кубиками сала. Сальными сальными стейками, а потом... Потом это все на кубики, да. Угу. То есть ты мне решил помочь, да, с чесноком? Чуть-чуть. Я бы его не так чистил, но ничего, пусть будет, ладно. Я боюсь представить, как бы ты чистил. Это мы делаем вот такие вот пальчики сала. Мы берем вот такой вот стейк и делаем из него пальчики. Я понял, что ты действительно пальчики не сделал. Смотрите, у нас три кучки. Можно? Да. У вас горит сковородка, еще. Блин, чувак, мясо. Туда мы складываем мясо. И вот берем жменю мяса и складываем сюда. Просто. Нарезаем чеснок. Добавляем лук. Можно добавить сразу с чесноком, но лучше сделать это отдельно, потому что модные повара всегда делают все сначала одно, потом другое. Лук. Мешаем. Лук и сало.
которое у нас мясо. Подсолнечное масло чуть-чуть. Огонь идет. Небольшой. А знаешь, что я решил сделать? Вот все, что я запоминаю сегодня, да. Я это сфотографирую и напишу детальный рецепт всего того, что мы сегодня делали. У себя в Инстаграме. Да. Так, нормально. Теперь быстро. Я не понимаю, что делать. Ты когда говоришь быстро, я теряюсь. У меня такой штуки никогда не было. У меня тоже. Берем вот такую штуку. Да. Промокод, значит. Подожди. И... Бейба, офигеть? Я офигел. Друзья, понятно, что всегда мы делаем красиво, снимаем еще на Canon отдельные планчики. Сегодня этого не будет, потому что в детстве у меня этого всего не было. И я не смогу делать все. Я делаю, что могу. Я... Я куплю эту штуку себе только из-за того, чтобы такое же лицо делать, когда режешь. Картоха есть. Картоха, на самом деле, это прикольная тема, потому что получается сразу вот такими слайсами. Это очень прикольно. Добавляем чеснок. Можно? Что? Чеснок быстро жарится. Я чеснок добавил быстро картошку. Поэтому я проверял тебя. Добавляем картошку. Все, картохи хватит на всех. Я, конечно, могу сейчас сделать, как ты, подбрасывать это. Не, не пожалуйста, только не это, не надо. Учитывая то, как ты резал лук, понимаешь, я вообще не сомневаюсь. Так, Саня, включаем чайник. Сверху высыпаем чеснок, он быстро жарится, я это знал. Пришел момент, когда можно чуть передохнуть. Картошечка у нас жарится. Это не все, если вы думаете, это не все. Там все, конечно, хорошо, не надо ее постоянно мешать. По чуть-чуть, потом будем просто перемешивать. Воду я кипячу не просто так, нам нужна теплая вода. У нас есть томатная паста, вот в таких вот привычных всем треугольничках. Некоторые ошибочно добавляют ее просто в блюдо. Этого делать нельзя, потому что она кислая. Ошибочно добавляют в блюдо? Да. И ее надо в идеале прожарить. Можно сделать проще. Мы берем мисочку и разбавляем ее в теплой воде. То есть, можно сказать так. Чтобы ушла кислота с томатной пасты, разбавьте ее водой, либо поджарьте. Я не верю. Я добавил чуть подсолнечного масла, потому что много не бывает. Открываем томатную пасту, это делать легко, просто отрезаем. И выдавливаем из двух половинок. Давай, чуть-чуть водички теплой. Чуть-чуть, вот так. Сколько миллилитров? Не знаю. Не знаю, миллилитров воды добавляете в томатную пасту. И что дальше, Сань? И мешаем, просто берете что-то. Ножиком чем... мешать? Можете ножиком, чем угодно. Я тебе, если честно, уже слюни выделяются по полной. Нравится? Очень. Вы, конечно, думаете, что я вот так сделаю, да? Нет. Отрезаем шкурку и нарезаем. Слишком мелко нельзя сало нарезать, как мне кажется, потому что оно исчезнет. Берем сало, сначала... Вдоль нарезаем и потом поперек кубиками. Когда все у нас на полпути уже, добавим паприку. Паприка. Открываем. Вот это ты открываешь, конечно. Блюдо мое, знаешь, как называется? Казачок. Казачок. Почему казачок? Потому что красное. Оно будет красное. Хватит? Я не знаю. Да, есть. Но я пищу дадут. Хватит. Хорошо. Сейчас берем. Это не обязательно, но так как мы растем, это приправа барбекю. Добавляем. Солить, друзья, мы будем позже. Потому что сейчас оно просто разварится, если мы посолим. Моя школа, чувствуете? Теперь добавим чуть-чуть табаско. Я обычно добавляю табаско, потому что моя жена не ест острого, и тогда мне больше достается. Оно не будет чувствоваться. Ну, в детстве у тебя ж не было табаско. Не, я добавлял очень много перца. Но сейчас я знаю, что табаско будет вкуснее, 100%. Больно. Ну, реально больно было, чувак. Добавляем... Это почти то время, да? Добавим в пасту.
Так, добавляем соли. Яйца. Так сколько? Пофиг. Яйца надо помыть сначала. Зачем? Ну, сальмонелла вот это, блин, всякая фигня. Чтобы картошка чуть дошла, но сегодня начала подгорать, выключаем огонь, посолили и пусть под крышкой дойдет еще минут 20. У нас нет 20 минут. Ладно, минуты 3-4, 5. Полторы. А как ты будешь украшать на подаче? Человек изначально ест глазами. То, что мы сейчас ты вывалишь просто сюда, да. На видео это будет неаппетитно. Я сделал холопское блюдо. Саня придумывает из подручных средств, как его украсить. Давай, Саня. Да, я, короче, так как у тебя нет формочки, ну, бывают железные формочки. Ты нашел детский судочек. Детский судочек, который мы положим сюда картофель, утрамбуем его, потому что если не утрамбуешь, оно рассыпется. Ага. Дальше мы переворачиваем, ага. И у нас уже есть, мы придаем форму. Я согласен. Добавим туда чуть-чуть лука, потому что блюдо должно быть аппетитным. В ресторанном бизнесе, не дай бог, чтобы ты поставил украшение вот так вот сверху. Это считается зашквар. Сейчас шедевр. Но мы сделаем, просто добавим маленькую лепту внизу, и будет еще лучше. Пожарим сало. Да. И я видел у тебя в холодильнике пару яиц, именно перепелиные. Мы сверху выложим пару перепелиных яиц. Друзья, с вас лайк за то, что я так долго жду. Ну что, Сань, тестим? Офигенно. Вот это, чувак. Не, это божественно, это не офигенно. Согласен, это очень круто. Ты такой довольный, будто у тебя получилось. Так и есть. Охренеть, как вкусно. В общем, друзья, вкус детства я получил. Я получил то, что хотел. Получилось вкуснее, чем я ожидал. Вышло просто шикарно вкусно. Я единственное пару советов дам. Сало покупайте с прослойками мяса, причем не жалейте, чтобы было вот прям ощущалось. Это очень-очень вкусно. Можете добавить по вкусу остроты, просто у меня там еще проглоты сидят, которые все это дело ели. Ну, в принципе, получилось очень и очень хорошо. Что скажешь? Офигенно. Офигенно. Все, мы идем пить кофе с десертом, который Нюточка приготовила. А вы не забудьте подписаться, поставить палец вверх, потому что выпуск, по-моему, получился крутым. Всем пока.